Выставка «УЧСИП-2017» – это площадка для диалога педагогов, учеников и родителей. В этом году в ней приняли участие более 100 образовательных учреждений, в том числе и специальная коррекционная школа номер 12, которая готовилась к этому конкурсу 5 лет. Нам тоже захотелось поделиться новой технологией, которая является ассистивной технологией. Это новый, так скажем, собирательный термин, который охватывает разные средства, услуги, предназначенные для облегчения в нашей ситуации образовательного процесса для лиц с нарушениями слуха. Школа номер 12 представила на выставку учебно-методическое пособие, в котором изложены оригинальные разработки, проекты, сценарии праздников, экскурсии, внеурочные мероприятия. Один из таких примеров – психологический театр, который в школе стал традиционным. Его уникальность в том, что в одной постановке могут быть задействованы 70 человек, включая педагогов. Данный проект получил высокую оценку жюри. Коллективу 12-й школы была вручена золотая медаль, дипломы 2-й и 3-й степени. У нас очень-очень интересный опыт по физическому воспитанию детей. Поэтому мы решили все на следующий год, через год, как получится, как Бог даст, мы все приложим еще туда усилия. Ну и, конечно, если что-то где-то возникнет, какая-то идея, мы всегда, потому что коллектив очень такой работоспособный, такой везде, мы готовы везде участвовать. Все. Я думаю, что вот это будет нашим следующим конкурсом. Директор специальной коррекционной школы уверена, что впереди их ждет еще немало побед, но для этого необходимо много трудиться и внедрять новые проекты.